У нас вызвало немало вопросов задержания в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов Америки высокопоставленных функционеров Международной футбольной ассоциации ФИФА на основании постановления американского суда. Группе лиц, которые представляют различные государства, вменяется в вину порядка полусотни случаев разного рода финансовых махинаций. Не вдаваясь в подробности выдвигаемых обвинений, обращаем внимание на то, что налицо очередной случай незаконного экстерриториального применения американского законодательства. Рассчитываем, что это никоим образом не будет использоваться для того, чтобы бросить тень на международную футбольную организацию в целом и принимаемые ею решения, включая кадровые. Вновь настоятельно призываем Вашингтон прекратить попытки вершить суд далеко за пределами своих границ по своим правовым нормам и следовать общепринятым международно-правовым процедурам.